Друзья, всем здравствуйте, это программа Backstage, и сегодня мы вам покажем, как снимается клип «Братья Борисенко». Все, я пока учусь кататься. Поехали. Да. Так, так. Когда-нибудь поймешь ты, что будет вновь рассвет после темноты. Спешила так счастливой стать, но не могла одно понять. Все обрету. Твоё, что искала, теперь найдём. Твоё, навстречу любви пойдём. Сердце открой, лети со мной. Друзья, рядом со мной герои сегодняшнего бэкстейджа. Это братья Борисенко, ребят. Здрасте. Привет. Это так надо делать, да? Да. На звездочку. Ребят, ну сколько времени будете сегодня снимать? Сегодня планировали часов, наверное, 12. То есть, ну это так, это достаточно немного. Но, тем не менее, успешно пока что. Да, я думаю, раньше снимем. А скажите, сколько людей работает над такого рода клипом? На самом деле, мы только недавно считали. В районе 40-50 человек. Знаете, я себя чувствую на лет 40 моложе. Братья Борисенко продолжают дальше снимать. А это была программа Backstage. Пока! Пошел домой. Может, эту верхнюю штуку ниже опустить? Снимаем, как честь. Спасибо, супер.